Здравствуйте, мои дорогие! Я рада приветствовать вас на уроке. Меня зовут Савка Марина Михайловна. На каждый праздник мы желаем своим родным и близким здоровья. И действительно, как мудро заметил великий актер Эдвин, богатство и слава – это ерунда, если нет здоровья. О том, что здоровье – самая большая ценность, каждый из нас начинает задумываться тогда, когда его начинает терять. Важнейшими факторами сохранения здоровья является правильно организованное питание и здоровый образ жизни. Так, тема нашего урока – подросток и правильное питание. Правильное питание – это основа здоровья человека. Как правило, пищевая ценность различных блюд во многом зависит от того, как они приготовлены. Пища – единственный источник, с которым учащийся получает необходимый пластический материал и энергию. Нормальная деятельность головного мозга и организма зависит в основном от качества употребляемой пищи. Родителям полезно знать о том, что трудный характер ребенка часто является результатом нерационального питания, что правильное питание у детей – это улучшает умственные способности, развивает его память и облегчает процесс обучения. Правильное питание школьников – это фундамент психического и физического здоровья. С помощью продуктов можно как укрепить свое здоровье, так его и разрушить. Здоровое питание – это залог правильного развития. Правила здорового питания для детей и подростков – это разнообразное питание, приемы пищи должны быть 4- и 5-кратными в течение дня, ежедневно молоко и молочные продукты, ежедневно овощи и фрукты, меньше соли, майонеза, острых специй, меньше сахара и кондитерских изделий, сладких, особенно газированных напитков. Отдавать предпочтение блюдам, приготовленным на пару или отварным, сбалансированный рацион питания. Здоровое питание школьников должно включать в себя достаточное количество жиров, достаточное количество белков, углеводов, большое количество клетчатки и полезных микроэлементов и витаминов. Белки – это материал для построения клеток, тканей и органов для синтеза и ферментов, служит строительным материалом для всего организма, отвечает за основные обмены и регуляторные функции в организме. Школьники 12-17 лет должны получать в сутки 90 и 100 грамм белков или 2-2,5 грамма на килограмм веса. Где же содержится белок? Это бобовые, мясо, рыба, молоко и молочные продукты, творог, плавленый твердый сыр и яйца. Углеводы служат основным источником энергии. Примерно 60% энергии организм получает за счет углеводов, а остальную часть за счет белков и жиров. При поступлении с пищей достаточного количества углеводов аминокислоты незначительно используются в организме как энергетический материал. Наиболее важно учитывать соотношение в рационе легко усвояемых углеводов – это сахаров и медленно всасывающихся, как крахмал и гликоген. Полезные углеводы – это фрукты, ягоды, сухофрукты, овощи, проросшие зерна, мед, молоко. А вредные углеводы – это сахар, кондитерские изделия, мучные изделия, за исключением хлеба из отрубей. Жиры – это класс органических веществ, ведущие названия которых – энергообеспечение организма, обладают большей энергоемкостью по сравнению с углеводами. Чтобы жиры освободили энергию, необходимо достаточное количество углеводов и кислорода в умеренном количестве, необходимы для нормальной жизнедеятельности организма. Клетки мозга состоят
из жира более чем на 60%, и недостаток поступающего в организм жира сказывается на его работе не лучшим образом. Жиры в умеренном количестве необходимы для нормальной жизнедеятельности организма. Их дефицит ведет к серьезным нарушениям в организме. Однако избыточное поступление жира с пищей – это повышенное отложение его подкожно-жировой клетчатки в печени – таят в себе немалую опасность для здоровья. Но все же жирами мы получаем биологически ценные вещества. Ненасыщенные жиры, кислоты, некоторые жирорастворимые витамины, в частности витамин А, Е и К. Где же содержатся жиры? Они содержатся в оливковом, рапсовом масле, масле из арахиса, растительное масло, соевое масло, масло из орехов, это жиры морской рыбы, живущей в холодных водах, и животные жиры. Однако и важной составляющей культуры здоровья является формирование культуры питания. Основными задачами родителей, связанные с формированием основ здорового питания у детей подросткового возраста, является формирование умения оценивать продукты и блюда с точки зрения их полезности для здоровья, в ситуации выбора отдавать предпочтение наиболее полезным продуктам и блюдам, формирование готовности и умения ограничивать себе в использовании определенной категории продуктов – это сладости и фастфуд. Что такое фастфуд и как часто вы его едите? Слово фастфуд в переводе с английского означает «быстрая еда», поэтому правильно называть такое блюдо, которое молниеносно готовится, сервируется и также быстро съедается. Существует несколько разновидностей фастфуда. Во-первых, это те блюда, которые готовятся в ресторанах или передвижных киосках быстрого питания. Сюда входят картофель фри, картофель с наполнителями, бургеры, хот-доги, разогретая пицца, шаурма и другие подобные кушания. Во-вторых, к фастфуду следует отнести все продукты быстрого приготовления, которые можно просто развести водой. Лапшу, картофельное пюре, супы или каши. В-третьих, фастфудом являются всевозможные мелкие закуски, продающиеся в киосках и магазинах. Это чипсы, сухарики, орешки, печенье и попкорн. Этот список можно продолжить, но в целом фастфуд – это то, что можно съесть на ходу и почти не отрываясь от дел. Подумайте и ответьте. Как часто вы употребляете фастфуд? А что вы знаете из истории фастфуда? Фастфуд стал неотъемлемым элементом рациона в современном мире. Но еще в античные времена он приобрел огромную популярность. Если древние греки предпочитали сами готовить пищу, то жители Древнего Рима часто полностью отказывались от этого процесса. Были дома, в которых даже отсутствовали кухни. И это не только дома патрициев, но и жилища обычных горожан. В каждом городе было множество базаров и закусочных, в которых подавалась всевозможная готовая пища. Владельцы ресторанов фастфуда получают большие доходы от реализации газировки, нежели от продажи высококалорийной пищи. Ожирение стоит на втором месте причин преждевременной смерти после курения на территории Соединенных Штатов. Самый дорогой в мире гамбургер стоимостью в $120 можно приобрести в одном из ресторанов быстрой еды в Лас-Вегасе. За последние 20 лет количество детей в мире, имеющих лишний вес в результате любви к фастфуду, увеличилось почти в 3 раза. На территории Италии всемирные сети фастфудов заметно проигрывают борьбу с традиционными тратториями и пиццериями.
Почему же фастфуд вреден для организма? Так как пищевые добавки, которые отвечают за вкусовые качества продуктов, масло, которое после термической обработки выделяет большое количество канцерогенных элементов, все блюда фастфуда очень калорийны и содержат большое количество жиров и сахара. В фастфуде практически нет клетчатки, которая отвечает за чувство сытости. Также отсутствуют и витамины. В фастфуде нет белков, которые являются основой клеток организма. А в газированных напитках и коктейлях очень много сахара. Таким образом, здоровое питание – это ограничение жиров и соли, увеличение в рационе фруктов, круп, изделий из муки грубого помола, бобовых, нежирных молочных продуктов, рыбы, постного мяса, а также умеренность, четырехразовый прием пищи, разнообразие, биологическая полноценность. Нет ничего полезнее домашней пищи. Употребляет больше овощей и фруктов. Старайтесь отказываться от калорийной и жирной пищи. Сегодня мы с вами поговорили и узнали, какое же правильное питание должно быть у подростков. Познакомились с историей фастфуда и как он влияет на ваше здоровье. Надеюсь, что после сегодняшнего урока каждый из вас сделает правильный выбор и пересмотрит свой рацион и составит здоровое меню. Закончить хочу словами Сократа. Я ем, чтобы жить, а не живу, чтобы есть. До новых встреч!